День космонавтики. В киноконцертном зале Центра культуры и молодежной политики прошел праздничный концерт «60 лет первому полету человека в космос», где приветствовали десногорских школьников. Спортсмены на протяжении учебного года сдавали нормы на знаки ГТО, и в этот праздничный день состоялось награждение знаками, которое провел заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков. Сегодня еще одна почетная миссия – наградить тем, кто сделал первый шаг. Может быть, не в космонавтику, но для преодоления трудностей. И это те, кто на протяжении некоторого времени упорно сдавал нормы ГТО и добился своих значимых больших результатов. Прекрасное настроение и яркие эмоции подарили зрителям выступления художественных коллективов Центра культуры и молодежной политики, народный коллектив студия эстрадной песни «Ренессанс», образцовый эстрадный вокальный коллектив «Калибри», образцовый хореографический коллектив «Каприз», образцовый хореографический коллектив «Дансклуб Модерн», образцовый хореографический коллектив «Хип-хоп-студия Форсаж» и народный коллектив «Ансамбль русской песни «Сударушки». На протяжении киноконцертной программы зрители могли наблюдать, как на звездном небе зажигаются яркие звезды. Люди, которые оставили огромный след в истории космонавтики. Герман Титов, Алексей Леонов, Светлана Савицкая и, конечно, особая гордость всех смолян Юрий Гагарин.